Среди участников международного форума – руководители ведущих санаториев, лучшие ательеры и туроператоры Анапы. Для них отдых миллионов гостей, приезжающих в наш город – это напряженная работа. Делать курорты Краснодарского края лучше мы можем только все вместе, не делясь на того, кто это будет делать, не будет делать, чья это компетенция, чья это прерогатива или ответственность, и туроператоры, и представители власти, и представители санаторно-курортного комплекса, мы все вместе можем сделать наши курорты лучшими в мире. У нас для этого есть все возможности. Одна из таких возможностей, а точнее главное преимущество черноморских курортов – это сильнейшая медицинская база. Лечебный туризм должен стать для нас точкой роста, особенно в межсезонье. Я хотел бы особенно отметить Краснодарский край, который активно включился в эту работу. Так, порядка 40 санаториев и бальнелечебниц с октября по апрель предоставляют скидки на свои услуги от 5 до 50%. Тем самым мы создаем условия для того, чтобы все слои нашего населения, имеющие разный уровень достатка, могли бы отдохнуть на море, получить лечение. Развитие внутреннего туризма – еще один приоритет для руководителей курортных городов. В этом году на Кубани отдохнули около 16 миллионов человек. И это больше, чем общее количество россиян, поехавших за границу. В борьбе за туриста акцент надо делать на инфраструктуру и сервис. Что вы, как мэр, хотите получить из города Анапы? Или мировой курорт, а для этого есть все возможности, или спальный район какого-то крупного города? Здесь вот это регулирование находится в ваших руках. Как любого курортного мэра, как Анатолия Николаевича, как и вы, как и глава ГИЛЖК, и ТОПСЭ тоже у нас, и Азовское побережье. То есть курорт нужно делать. И где-то на самом деле может быть и убеждать бизнес, что не только хорошая прибыль при строительстве домов, а еще есть и прибыль, конечно, от курорта как объекта бизнеса. Анапчане вернутся с форума с новыми идеями, новыми деловыми контактами и, главное, стремлением совершенствоваться в своем деле, чтобы сохранить привлекательность курорта для миллионов гостей. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа регион, Сочи.